Организатором замечательной акции «Сад памяти» выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Эта акция уже стала традиционной и в Славянском районе. На территории России и стран Содружества независимых государств в этом году в рамках акции «В память о погибших в годы Великой Отечественной войны» высадят около 27 миллионов деревьев. В Краснодарском крае с 18 марта по 22 июня посадят около 55 тысяч деревьев. Конечно, не смогли остаться в стороне от этой прекрасной акции и в прибрежном сельском поселении, одном из самых цветущих и озелененных на Кубани. У нас решили заложить здесь, вокруг детской площадки, облагородить территорию, заложить сад памяти. Ну, собрались жители активные наши на посадку. Это будет липа посажена, 25 деревьев, это первое. Дальше будем еще досаживать. В акции приняли участие местные жители, представители администрации, поселения, общественности и казачества. Словом, все, кто неравнодушен к памяти о подвиге солдат Победы и родному поселку. Мне очень приятно, что проводится данная акция, и будет все очень красиво, и я принимаю в этом участие, и мои дети будут здесь бегать, развиваться, играть, и не только мои дети, и дети поселка, это развитие нашего все-таки поселения. Надо было видеть, с какой радостью участники акции высаживали деревья, подвязывали их к специальным подпоркам, поливали. Вскоре эти деревья создадут уют и приятную тень на детской площадке. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».